Я хочу сказать о том, что у нас наш первый опыт никак в пословице комом у нас не был. Значит, и сборы прошли с удовольствием для участников, с получением определенных навыков, информации, с пользой для дела, в двух словах. И турнир, который прошел, в общем-то, первый раз в этих стенах. Люди получили массу удовольствия, участники, по крайней мере, от того, что прекрасный манеж, попытались организовать все на хорошем уровне, должном. Вот. Ну и, в общем-то, у нас все пока сложилось.